Всем добрый день. Хотела по поводу видео последнего поговорить, по поводу заказа, который пришел. Мне написали, что тысяча потрачено на всякую ерунду. Я сразу вначале сказала, что заказ там не весь мой. Мой мало, остальное все заказчиков идут. Ну вот не знаю, пока написала всем заказчикам, забрала свой заказ пока один человек. Остальные пока все еще не забрали. Куда пойдут деньги на то, что вот заказ вот этот, да, заработаю? Я от этого заказа всего заработаю почти 300 рублей. Вы что думаете, я многого заработаю, что ли? Я не делаю большую накрутку, потому что у нас никто ничего путем не возьмет иначе. Поэтому вот как-то так. Не, Ванюшенька уснул, я сейчас пойду нащипаю салат огамком и сяду покушаю, потому что аппетита у меня полдня нету, сейчас время уже 2 часа дня, меня все трясет, видать, я вчера перемерзлась. Дети, главное, нормально, а меня все трясет, я из-под одеяла вылезти никак не могу. Детей-то я нынче иммуналом пропоила, иммунитет им поднялась, на себе, как всегда, сэкономила. Получилось. Ни витамины, ничего в последнее время уже себе не беру. Детям только покупаю, а себе не стала брать. Также иммунал покупала, пропоила их, им пропоила всех. А сама, как всегда, вот такие вот дела. Егора, ты чё компьютер включил? Чё там за фигня вылезла на экране? Установить защиту от веб-угроз. Ну, установить нас сделай. Ладно, ребята, пойду я кушать. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Сегодня на улице опять, ребята, очень холодно. Маша, одень кофту, на улице ветер сильный. Машка бегает без кофты. Это ужас какой-то. Там Маринка качается. Девочки убежали с подписчицами гулять. У нас очень холодно на улице. Просто ужасно холодно. Я здесь, Марина. Надо теплее одеваться. Видите, ветер какой сильный? Вы чего раздетые-то бегаете? Тебе не холодно? Нифига себе не холодно. Заболеть захотела? Ага, сейчас. Кофту бегом одела. Кушать будете? Пойдемте сейчас покушаете. Ладно. Картошка наша растет. Хорошо растет. Всем привет. Егорка, помахай привет всем. Ну помахай привет, что ты? Некогда ему не будет. Не знаю, когда деньги заплатим. В смысле, его отключили? Да. Или его папа отключил? Его отключили. Зачем? Я сидел сюда на день. Потерпишь. Егорка дрова возит на старой коляске. Я пошла на почту, там эти тебе рвам посылки пришли. От кого? От тети Веры. Ладно, я на почту пошла. Тебе не холодно? На улице такая холодина, а ты в одной футболке. Холодно. А чё ни кофту не оденешь? Лень. Иди одень кофту, а то заболеешь. Немного осталось. Нифига себе, немного там еще. Много. Ладно. У нас просто ужасно холодно. Машка, качаешься? Да. Там Машка качается. Я на почту пошла. А ты что босиком? На улице такая холодина, она босиком в одних тапочках без ног. Да сейчас таки там целая коробка. Тайсон. Сейчас я вам Тайсона покажу. Привет. Да, ты всем сказал привет? Ты у меня уже дрессированный, да, Тайсон становишься? Да, вот так вот ты говоришь у меня, да? Что еще скажешь? Ну говори.
Говори, кому сказала, говори. Тайсон. Тайсон. Мальчик мой. Тайсон. Ой, тетя, тетя. Ладно, я пошла на почту. Сходила я, ребята, на почту, забрала две посылочки и купила каравай. Это все мои покупки. Каравай. Каравай, каравай. Кого любишь, убирай, да? Егорка уже домой ушел. Сейчас пойдем с детьми распаковывать. Так, все, пришла я домой. Света, одень. Футбол. Шорты одень. Мы сейчас будем распаковывать посылку. Так там видно было, потому что... Ну вот, пришли нам посылки от Верочки. Егорка, распечатывай. Как вы начнешь? Отодвинь вторую коробку, чтобы удобнее было. Все, все прям лезут. Так, Егор, неправильно. Маша, отойди, потому что он неправильно распечатывает. Он может ножом ткнуть. Так не надо, так ты повредить можешь. Давайте я сейчас раскрою и потом вам покажу, потому что Егор не умеет распечатывать посылки. Он все еще не научился. Ну, давай, Егор, открывай. Бумага. И мне шпульки Верочка заказала. Вера, огромное тебе спасибо. Просто вообще классно. Шпульки для них тогда. Все, коробочка. Ну, давай, давай, берите вторую. Света, сюда. За Егором. Встань за спиной. Его хотела, я вторая. Подождите. По очереди. Не-не-не-не-не-не. Давайте будете показывать и все. И... Так, подожди. Давай, так ты картинку показывай. Что ты надпись показываешь? Это фрутелла мармеладки. Следующий достает. Отодвиньте. Ну, две одинаковые шоколадочки. Еще две, четыре, да. Маша достает. Пять шоколадок, офигеть. Маша достала. Что там, Маша, ты достала? Мармеладки. Нутелла. Вы как раз такую хотели попробовать. Да, они никогда не ели нутеллу. Мы когда-то брали просто арахис, ну, тьфу, арахисовую пасту. Вы арахисовую пасту тоже попробовать хотите. А мы брали, что, Илья, шоколадную пасту какую-то дешевенькую, да? Нутелла, ну, смотри, какая банка. Большая. У нас в детстве такие раньше сейчас, продавали Сникерс. Ну, настоящая нутелла. Сейчас свинка Пеппа еще. Что там доставайте с Маша теперь? Сейчас. Много таких. Много маленьких. Да. Так, это давайте эти... посмотрим. Это фрутеллы. Это, наверное, каждому тут по штучке получится. И остатки. Будет. И остатки вот это вот. Фрутеллы какие-то арахисы. Там тоже внутри. Вот такая вот коробка со сладостями. Что вы скажете? Спасибо, Вера. Да. Спасибо, тетя Вера, а не просто Вера. Классно, вы многое что здесь еще не пробовали. Нутеллу, да, вы вообще еще не пробовали. Я же сегодня не пробовала. Реклама такая, что мы это не ели. Ну. Ну, такие ели. Да, вот такие вот мы не пробовали еще ни разу. Не... Вот, свинка вот такие вот ели, вот такие ели. Что-то наподобие. Мы вот такие тоже ели. Мы наподобие ели, не такие вот именно. Не этой фирмы, но наподобие. Вы довольны? Да. Сейчас я одну открою. Да. Вот такая вот была вкусная вот посылочка. Это. М? Вот это вот мы ели. Такой мы не ели разве? С изюмом и дробленым фунтом. А не, нам другую присылали, по-моему. Да, я не помню. Даф я ни разу не дала. Или это не даф, это как она называется? Да. Их пять. Их пять штук пришло. Еще вот еще одна. Вот это для каждого? Не знаю, давай посчитаем. Может, так и больше. 10. Ну, каждому члену семьи. Они твердые? Нет, они мягенькие, это мармеладки. Вот такие вот дела. Вкуснятина? Да. Дети довольны. Вкусный, Егор? Ну ладно, если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Вот такая вот вкуснятина сегодня у нас пришла. Ну, нутелла классная. Сейчас как раз я батон черный купила. Да. И намажем. Каравай. Да, каравай. С орехом. Паста ореховая с добавлением. А
ореховую пасту еще вот есть просто, да, еще мы ее такую тоже не пробовали, но мы смотрели. Вот расстроились, что газировки, да, обратно ушли. Угу. Еще не пробовали мы их. А мы заказывали 3 газировки, которые мы еще ни разу не пробовали, которые у нас в городе не продаются. И посылка пришла, но она пришла вся сырая, вся. И мы обратно ее отправили. Я отказалась от нее, ее обратно отправили. Ладно, вот такая вот посылка была. Спасибо, Вере. Огромное, преогромное. Угу. Дети просто довольны. Видите, все чавкаются, уже жуются. Вкусная горка. Катька сразу шоколадки. В холодильник унеси шоколадки, чтобы не растаяли. Одну оставь, остальные унеси в холодильник, да. И вот такое вот это сейчас все приберем. Вот такое все это бери сразу. Ну, эти будем так уже кушать. Держи, выбирай любую. Тут, они тут, все одинаковые. Ну, все одинаковые, по сути. Да, они все. Ну, бывает разные, где больше красного, где меньше красного. По сути, так-то одинаковые. А это я сейчас пойду перематывать ниточки. Это она написала сразу, что это мини-бобинки для ниточек. Тут в упаковке 50 штучек, ребята. Классно. Ну, в одной коробке вот чисто вот эти бобинки. Хотя можно было бы в одну положить, да, посылочку. Ну, ладно. Да. Катька довольная такая. Ну. 5 розочек. Да. Еще вот этим девочкам, там, папе, Сане, маме. Илья, ты брал? Сейчас Ваня. Ну, Ваня всем. И Нутеллу. Нутеллу пошли уже кушать, да? Ладно. Всем пока-пока. Говорите пока. Пока. Ребята кушают хлеб с нугой. Смотрите, как Ваня ест. Смотрите, какой он красивый мальчик. Весь в шоколаде в ноге. Вкусно, Ванечка? Ням-ням, да? Ой, как вкусно. Вы посмотрите, какой аппетит у него вкусный. Ребята, вкусно? Света? А в чем проблема? Да, вкусненько тебе, мое солнышко. Ты весь красивый у меня такой чумазик. Ой, как вкусно! Да, Ваня? Ваня, покажи, как тебе вкусно. Ай, как вкусно! Да ну и ладно, потом отмоем, ничего страшного. Зато ребенок, смотрите, какой довольный. Вкусно, да, Ванечка? Салфетку бери, вытирай ротик салфеткой. Вон салфетка, Ваня. Вон салфеточка, вон. Вытирай ротик салфеточкой. О, тягу, Тима, я умница. Размазал еще сильнее. Ничего, потом отмоемся. О, Тима, я умница. Кусей, давай, кусей. Вы посмотрите, ребята, как он ест. Какой он довольный. Классно. Они там передачу смотрят, между прочим, про кулинарию. Кондитер сладкий. А, да, кондитер сладкий, да. Ну ладно, ешьте на здоровье.